Итак, что же такое Шавуот? Что такое библейский праздник Седмиц или Пятидесятница? Как мы знаем, библейский календарь, начинающийся в 23 главе книги Левит, устанавливает различные праздники. Он начинается с Песоха. И сказано, что Песах — первый из праздников, из торжеств, из празднований. И у нас есть Песах и праздник опресноков. Затем мы читаем, что в Левит 23, в стихах 15-16 сказано: «Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель». Шавуот означает «недели». «До первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Итак, Шавуот — это еще один сельскохозяйственный праздник. В этот день празднуется урожай ячменя и начинается отчет Омера, как его называет традиционный иудаизм. Этот период отчета 49 дней и 50-й день — это Шавуот, а Омер — это сноп. Но еврейская традиция утверждает, что это также день, когда была дана Тора, был дан закон на горе Синай. То есть в еврейской традиции это было через 7 недель после выхода из Египта, через 7 недель после Песоха, когда на горе Синай был дан закон. И мы помним, что на горе были молнии, дым и огонь. И еврейская традиция даже говорит, что закон был дан, 10 заповедей были произнесены на разных языках, чтобы все, кто вышли из Египта, а с израильтянами также вышло разноплеменное множество, чтобы они также могли слышать. Это еврейская традиция, что мы знаем наверняка, так это то, что Дух был послан на Шавуот, на Пятидесятницу. Иисус умирает на Песах, воскресает на праздник первых плодов во время Песаха, и затем посылает Духа на Шавуот, Пятидесятницу. И что мы имеем снова? Мы имеем множество огня. И вот что невероятно, мы имеем множество языков, на которых весть теперь провозглашается здесь, для евреев. Невероятная параллель с еврейской традицией, но это не все. В результате дарования закона на горе Синай, поскольку Божий закон совершен, а народ Израиля нет, около 3000 израильтян погибли. Почитайте об этом в 32-33 главах книги Исход. Что же происходит во второй главе книги Деяний, когда Петр проповедует, когда Дух был дан, когда Руах сошел на Шавуот, Пятидесятницу? Около 3000 еврейских мужчин были спасены. Почему? Потому что Дух пришел, чтобы дать жизнь посреди нашего несовершенства и греха, чтобы принести жизнь и милость и спасение. Итак, Шавуот — сельскохозяйственный праздник. Он следует за Песохом, отсчитывают 49 дней и потом 50-й день после второго дня Песоха. И, наконец, в это время сошел Святой Дух.